Итак, всем привет! С вами снова Настя и Нимеш. Поздравляю вас с Днем защиты детей и началом лета. Радуйтесь, веселитесь, отдыхайте, набирайтесь новых эмоций и впечатлений. Развивайтесь и, конечно же, не забывайте нас радовать своим творчеством. Сегодня я предлагаю вам понаблюдать за тем, как я создавала свой последний коллаж в фотошопе с моей любимой куколкой Monster High, которую я назвала у себя Луизой. В общем, это был очень интересный и довольно-таки необычный для меня процесс, потому что в фотошопе коллажированием я занимаюсь довольно-таки редко и по очень большим праздникам, можно так сказать. Ну а тут у меня возникло спонтанное желание сменить этой няшке фон. Все-таки она такая яркая и позитивная девочка. Негоже ей быть на обычной фотографии просто так на фоне какого-то окна. Для начала мне пришлось ее вырезать. Для этого я использовала инструмент под названием прямолинейное лассо. И потихонечку от общей фотографии отделяла по одному кусочку ненужного мне фона. Далее я уже начала фантазировать и придумывать какой-то необычный красочный фон. Цвета брала со стандартной палитры. Ну, очень редко что подбирала самостоятельно. Ну, а далее уже игра цвета, текстур и моей фантазии. В общем, мне кажется, вышло довольно-таки позитивно и ярко. Впоследствии вот этот вот коллажик я использовала для создания анкетки для моей Луизы. Что ж, надеюсь, процесс вас немного вдохновил. И вам теперь хочется тоже что-нибудь покреативить. Так что буду с нетерпением ждать ваших новых работ. Ну, а на этом у меня все. Вам удачного творческого дня и пока-пока!